Каникулы – это время отдыха и развлечений. Чем разнообразнее и увлекательнее ребята проводят это время, тем больший заряд радости и положительных эмоций получат на весь предстоящий учебный год. В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Страна чемпионов» при центре «Поиск» в селе Саранпауль ежедневно проводится масса интересных и познавательных мероприятий. Сегодня, в эпоху современных гаджетов, мы решили перенести виртуальность в реальность, создав для детей, посещающих наш оздоровительный лагерь «Страна чемпионов», кучу различных игр. В их состав вошли Angry Birds, «Змейка» и «Ну погоди». Самой захватывающей игрой дня стала битва Angry Birds, для прохождения которой требуется логика, отточенные навыки и сила. Angry Birds в опасности, жадные свиньи украли их яйца. Необходимо применить уникальные способности каждой из птиц, чтобы разрушить оборонительные укрытия свиней. Ребята были поделены на два отряда, поэтому каждый проявил себя как при строительстве укрытия, так и во время метания снарядов. Мне нравился день, потому что когда мы кидали шарики, это было очень-очень весело. Еще мне понравилось, когда мы играли акулу. Благодаря активным преподавателям центра «Поиск» с помощью увлекательных игр ребята ежедневно открывают для себя много нового и интересного. Становятся увереннее, реализуют свой потенциал, проигрывают разные стороны жизни, учатся в игровой форме решать поставленные задачи. Мне в лагере нравится то, что здесь всегда есть чем заняться, здесь много друзей и вкусно кормят. Ирина Будникова, авторское телевидение «Березово», Саранпауль. Репортажи от ЭВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».